А вырезка на листьях, именно идея этого стиля пришла спонтанно. Тогда была осень, и мне было интересно искать новые материалы и новые идеи для своих работ. И на улице как раз опадали листья, и было очень интересно поработать именно с таким материалом. При вырезании очень сложно работать именно с тонкими работами. Приходится иногда переделывать, иногда одну и ту же работу приходится делать 2-3 раза. Большая часть людей им очень нравится это творчество, нравятся фотографии, нравятся изображения, но также есть и те, которые не особо верят, как бы, что эти листья реальные, что сделана работа без фотошопа. Первая персональная выставка здесь, в Астане, во Дворце мира и согласия. Там я показывал свои новые работы, новые техники. В общем, было около 10 больших работ разного стиля. Этот опыт мне очень понравился, и поэтому в будущем, скорее всего, я буду именно работать в этом направлении, стараться где-то выставляться, возможно, искать инвесторов, чтобы показать свои работы за рубежом или в странах СНГ.